Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Не знаю, как вы, а я люблю в выходной день, когда не надо никуда спешить, на завтрак соорудить что-нибудь посложнее примитивного бутера или яичницы. Безусловно, речь не идет о торчании у плиты там по полчаса, по часу, но меня радуют рецепты, которые выходят за рамки уже осточертевшей привычной ежеутренней порцайки. Поэтому, регулярно просматривая кулинарные журналы, испанские в основном и книги, обращаю внимание на такие штуки. И сегодня хочу попробовать именно такой рецептик. Он простой, по сути, это обычный драник с яйцом пашот. Но неизвестный мне испанский шеф-повар в этот драник добавил морковь натертую. Я такого сочетания не встречал, мне он показался интересным. Итак, для сегодняшнего рецепта понадобится картошка, морковь, лук я взял с шалот, зеленый лук, яйца, масло, ну и соль, перец, понятно. Поехали! А сейчас надо избавиться от лишнего сока. Кстати, сразу и посолю. Не знаю, в чем тут дело, но мне кажется, нынешняя картошка дает гораздо больше сока, чем картошка, которая была во времена моего студенчества. Хотя, возможно, это и ложное воспоминание. Не знаю. Напишите в комментариях, а у вас как? Такая же? Масло уже можно греть. Смотрите, сколько сока натекло, а? Вот, а я про что говорю. Все, разогрелось, можно приступать. Сначала до румяности на одной стороне, минут 7-8 на среднем огне, под крышкой. Затем уже до готовности на второй стороне, я пока займусь яйцами. Для того, чтобы яйцо пашот получилось идеальное и красивое, оно должно быть идеально свежим. Если яйца полежали хотя бы дней 5, то часть белка разжижается, превращается в эдакую водичку, и при варке превращается в такие неопрятные хлопья. Маловероятно, что у вас есть собственный курятник, вот у меня вот точно нет. Поэтому я предпочитаю варить яйца пашот в пищевой пленке. Немного соли. Мне так удобнее готовить, а вы можете по старинке просто выливать яйцо сырое сразу в горячую воду. Между тем драники уже готовы. Вот такой простенький, но симпатичный завтрак. Такая приятненькая подача. Ну, яйцо пашот это яйцо пашот. Меня в первую очередь интересует, конечно, драник с морковью. Так, сейчас скажу свое мнение. А вы знаете, вкусно. Имеет право на существование. Да, я буду это готовить. Спасибо испанскому шефу. Слушайте, класс. Быстро, как видите, простенько. И я думаю, даже приведенные дети это будут есть. Так что берите на вооружение какой-то завтрак выходного дня. Конечно, для буднего дня вот это вот 15 минут на обжарку драников, ну, многовато, конечно, да. Но хотя, кто рано встает, тот успевает. Спасибо за компанию. Напоминаю, промокод Фреско позволит вам сэкономить. Самура Рептил сегодня у меня в кадре. Спасибо, что ставите лайки, дизлайки, делаете репосты. Спасибо, что вы со мной. Всем пока.